Miss American Angel, you put your faith in me. Miss American Beauty. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня с вами Дмитрий Крылов и Елена Гамулина. Привет. И такая сегодня у нас такая, ну, возник небольшой спор с Леной, животрепещущая тема. У меня к ней вопрос, реально вопрос, а зачем девчонки качают плечи? Лен, ну, вот... девочка, ну как же. Плечи девочки нужны точно так же, как красивая попа, точно так же, как красивая спина. Потому что плечи и спина задают пропорции. Поэтому плечи девочкам нужно делать обязательно. Вот ты мне, Дима, скажи, зачем мальчики плечи качают? Зачем мальчики качают плечи? Такой колкий вопрос. Ну, я отвечу с таким, с подколом, потому что у нас у мальчишек широкие плечи, это считается круто. И если мальчишка с большой попой и с узкими плечами, у нас у мальчишек такое считается не круто. И потому мы постоянно качаем плечи, чтобы быть широкими, V-образными, такая физиология. Но, кстати, вот с рассуждениями Лены касательно того, что плечи улучшают пропорцию женщины, я соглашусь, потому что на самом деле, девчонки, тренируя активно ваши ягодицы, не забывайте, что кроме них есть и другие мышечные группы, они тоже нуждаются в вашем внимании. Да. Ну что, Лен, я думаю, от этих дебатов уже пришло время перейти к делу. И мне вот просто реально интересно, вот чего ты такого добилась в плане, ну скажем, технической базы, какие у тебя есть такие свои фишки, такие штучки, дрючки. Что ты здесь умеешь? Сейчас я вам покажу несколько своих упражнений, которые мы сделаем в суперсети. Они очень интересные. Ну давайте начнем. Кстати, хотел тоже заметить, ребят, между нами, и это искренняя такая моя отметка, я тоже работаю исключительно в суперсетах, потому, наверное, на сегодняшней тренировке, я так полагаю, движения, скорее всего, будут разные, но суперсет будет присутствовать, что у Лены, что у меня. Пойдем. Сейчас все будет. Дима, а тебе так слабо? Не, ребята, такие упражнения выполняются только за деньги. Но. С чего мы начнем? Начнем мы с жима в кроссовере и добьем протяжкой гантелями. Интересная такая комбинация. Хотелось бы увидеть. Miss American Angel, I miss the way you stare. A motion picture in your eyes, your story still to share. I'd give it all to prove to you I care. Would you believe me? Еще раз мы. А на самом деле вот так вот раскачивается. А, качается! Это он не раскачивается, он тренируется на самом деле так. Иди к ним прям близко, подойди. Для состязания с таким грозным соперником. Так, Лена, я решил как следует разогреться. Мало ли, попробует обойти меня по силовой базе. Would you know it's me at all? Fly away from me, run away with my emotion. See the miles above the ocean. Скажем так, достаточно интересный такой вариант жима. Обратите внимание, что, во-первых, каждая рука работает независимо, а во-вторых, при работе на кроссовере отсутствует такая фаза, как отдых. И внизу, и наверху. Дима, давай уже завязывай разговаривать. Нет, ты рассказывай, делай. Ваше плечо испытывает постоянное, да, Лена, напряжение. Да, теперь я мокрая. Молодец. А протяжка? Так, вторым упражнением я буду делать протяжку гантелей.
В этом варианте у меня руки ходят независимо друг от друга. То есть я исключаю такого момента, что одна рука, более сильная, будет помогать более слабой руке. Выдох на усилие. Ну да, на самом деле, да, при работе с гантелями руки работают независимо друг от друга. И зачастую, когда вы тянете штангу к подбородку вместо гантелей, более сильная рука может брать всю основную нагрузку на себя. Попробуйте обязательно симпровизировать, поработать с гантелями. И, возможно, вы выявите, что ваша, например, левая рука значительно слабее правой. Никогда не забывайте про независимую работу. Да, как это сейчас делает Лена. Неплохо для бикини. Неплохо для бикини. Ну что, Димас, покажи, какой ты крутой перец. Да как нет? Может, там он заедет. Тебя подстраховать? Сам справлюсь. Ну, такой утонченный, такой, скажем, лиричный тренировки Лена, я предпочитаю жесткий мужской трэш. И заменим кроссовер на гантели. Потому что, кстати, хоть я и не хожу это эффективно, но по мне лучше грубый свободный вес. А тягу гантелек подбородку мы заменим на тягу штанги. Почему? Потому что, блин, мне просто это нравится. Я начинаю свою веселую суперсерию. Потому что это тяжело. И это тяжело. Безусловно. Берешь так гантельки по 30 килограмм, делаешь их для разминочки на 20 раз и сразу, пока тебе хорошо, ты уходишь к веселой озорной штанге. При тяге штанги к подбородку не забывайте про такой важный аргумент, как максимально возможный подъем локтей к потолку. Если для того, чтобы дотянуть штангу до подбородка, вы работаете с локтями, расположенными на грифе, разгрузите штангу и поменяйте этот технический момент. Фу. Да, Димас, техника, конечно, хромает, но веса большие. На самом деле там в каждой руке примерно мой вес. Хватит болтать, давай следующий подход. Попробуй сама поднять. Среднюю дельту мы с Димоном прокачали, а теперь я предлагаю вам прокачать задний пучок дельтовидной мышцы, так как она в основном является отстающей у большинства спортсменов. Пойдем, Димас? Ну, кстати, абсолютно согласен. И, честно говоря, уже хватит этих средних дельт, огромной ширины. Пришло время подумать о толщине наших плечей. Бикиняшка. Сейчас мы сделаем разведение в наклоне в короткой амплитуде на заднюю дельту. Обратите внимание, что я стараюсь сделать локтями немножко вперед.
Это я делаю для того, чтобы исключить работу широчайшей мышцы спины. Упражнение в моем суперсете – это тяга веревки в кроссовере с нижнего блока. Вес маленький поставила, сейчас переставим. Обратите внимание также, что я стараюсь тянуть локтями не только назад, а еще немножечко наверх. Это я делаю для того, чтобы также исключить работу широчайшей мышцы спины. Еще, Диман, у тебя есть что противопоставить моему суперседу? Как всегда, очень, я бы сказал, такая многосуставная, замысловатая, техническая связка, в которой, ну, скажем, для того, чтобы ее четко и красиво сделать, необходима стопроцентная концентрация. А все мы знаем, что чем культурист больше, тем концентрироваться ему сложнее, потому что, соответственно, он становится несколько тупее. Шутка. И мало подвижным. Поэтому теперь вариант от Крылова, ну, скажем, такой, как всегда, более грубый и простой, но, на мой взгляд, тоже достаточно эффективный, потому что что-что, в принципе, плечи у меня никогда не страдали отсутствием объема и размера. И я пойду приступать, Лена. Смотри же, что я умею. Еще раз хочу заметить, очень здорово, что у нас в зале есть такая специализированная лавка для укрепления. Круто. Задней дельты. Она мне очень нравится, потому что так красиво и изящно стоять без упора грудью я просто не смогу. Мои габариты мне не позволят. И для того, чтобы снять нагрузку с корпуса, я лягу на эту лавку. И в отличие от поворотных движений Лены, которые на самом деле, я считаю, крайне эффективны, я сделаю такой достаточно грубый подъем рук по сторонам вверх, максимально включая заднюю дельту, и за счет опускания головы вниз я постараюсь при этом максимально расслабить трапециевидные мышцы. На самом деле, когда вдруг тебе кажется, что эти гантели ты уже поднимать не способен, и в твое ухо врывается приятный женский голос и говорит: ты можешь, ты реально можешь еще. Поэтому, парни, знаете что, тренируйся вместе с девчонками, это лучший мотиватор вас, да, для того, чтобы достичь состояния полного мышечного отказа. Вот. Я сейчас это понял. А можете взять еще гантельки полегче и просто добить? Ну, это уже гораздо менее интересный способ. И сразу же второе движение.
прорабатывать заднюю дельту в кроссовере. Мне очень нравится. Как я уже говорил сегодня ранее, кроссовер исключает расслабление, мышца находится в постоянном напряжении, и перекрестные махи на заднюю дельту я просто обожаю. Когда-то я упустил этот момент, не занимался растяжкой, и теперь все, что я могу, это просто поднять руку вот так. Мне кажется, что чтобы меня потянуть, нужно через трос зацепить меня на бульдозер, и изо всех сил тянуть назад. Так что, ребята, тянитесь после упражнения. Да, если вы не ходите, вы не хотите быть деревянными и неповоротливыми, обязательно занимайтесь растяжкой. Аляка совершенно права. Да. Фу. Ну, yes. Так, третья связка. Ой. Ну, я хотел сказать, кстати, что заднюю дельту мы, пожалуй, тоже прокачали. Я надеюсь, показали вам что-то такое новенькое, интересное. И наступает время, завершающее суперсерию нашей тренировки. Это передний плечевой пучок. Лена, что бы ты хотела такого эдакого снова? Сейчас я вам покажу очень необычное упражнение. Это упражнение одно из моих самых любимых. Все время, когда я его делаю сама и даю его своим клиенткам, в зале постоянно чувствуется концентрация внимания в мою сторону. Потому что упражнение действительно очень необычное. Оно направлено у нас на более качественное разделение передней дельты, на более ее полосатость, так сказать. Сейчас я буду делать вращение с блином. На самом деле, кажется, что упражнение такое легкое. Вы попробуйте сделать его сами. По мне, так ничего сложного здесь нет. Это подожди, это суперсет на самом деле. Ну, надо было вес взять, конечно, потяжелее. Дальше я буду делать сейчас жим узким хватом наверх блином. Надо было мне вес потяжелее все-таки взять. Ну что, Димон, ты видел когда-нибудь такие упражнения? Несмотря на заявление о том, что вес незначителен, доделывай суперсет до конца. Хоть какая-то у тебя польза. Сам попробуй. Ну, кстати, движение с блином, честно скажу, меня в некоторой степени заинтересовало. И на переднее плечо я никогда подобное не делал. И сегодня, ну, я могу сказать, Лена меня завела. Лена меня завела, и я в хорошем смысле этого слова. Но я, пожалуй, тоже попробую повращать. Но блинчик возьму побольше. Да. И как просто нет, Маша, ты сюда идешь, Сашка, давай. Да иди. А ты так можешь? Я от ее выкрутаса в с ума сойду. Ну что, ребята, попробую помахать. Я беру для этой цели блинчик побольше, как я говорил, мне нравится красный цвет блины. Вообще такая цветовая гамма меня приятно расслабляет. И, насколько я понимаю принцип, на прямых руках я просто повращаю с этим блином столько раз, сколько смогу. А вот эту, скажем, вариацию движения я отработаю в смите жимом с груди. Потому что я вам реально хочу это движение показать.
а потом скажу все, что я думаю о вращениях с блином. Такая забавная суперсерия на переднюю дельту. На самом деле, ребята, повороты с блином на прямых руках, вес которого составлял 25 килограмм, я почувствовал буквально с первого движения. Нагрузка действительно идет на переднюю дельту. Движение очень хорошее, но, я бы сказал, оно требует такой всеобщей концентрации, выдержки. Наверное, на перспективу я бы брал 20-ку и делал бы побольше раз. Оно мне понравилось. Ну, а жим в смите, скажем так, без упора для спины, с акцентом тоже на переднюю дельту, это аналог лениных подъемов блина перед собой. То есть оба движения по-своему хороши, попробуйте, повыбирайте и определитесь, что подходит лично вам. Это, Дима, было круто. Да, это действительно было круто. Я такого никогда не видела, с 25 килограмм. И я такого никогда не... Это было мощно. Я сегодня получил новые ощущения, потому что я такого никогда не делал. Сегодняшняя тренировка подошла к концу. Надеюсь, что-то новенькое, интересное вы сегодня для себя подчеркнули. Лично я убедился, что девчонки из бикини занимаются ничуть не менее активно и тяжело, чем спортсмены-бодибилдеры. И тренировка Елены на меня сегодня произвела такое резко положительное впечатление и несколько развенчала миф о том, что бикини не тренируется, так дурака валяют. Я теперь считаю, что, девчонки, если вы хотите быть бикини, будьте такими бикини, как вы. Дима, твоя тренировка тоже произвела на меня колоссальное впечатление. Ты очень крутой, очень сильный мужчина. Спасибо. Спасибо, Лена, приятно. Я старался. Ребята. Мы ждем ваши комментарии под нашей тренировкой и хотим узнать, какие тренировки вы в дальнейшем хотели бы увидеть в нашем исполнении. И вообще, понравился ли именно наш тандем с Димой сегодня? Ставьте лайки, пишите комменты и, в принципе, мы снимем что-нибудь еще. Мы вас любим. Пока. Всем спасибо.